160 стендов более 20 стран и 28 регионов России. Делегации из Финляндии, Франции и Канады. 14-й международный форум «Великие реки России» собрал специалистов со всего мира, чтобы поделиться опытом решения проблем в области экологии. У нас проблем очень много. И мы уже не первый год говорим, что состояние водных бассейнов, природных комплексов, бассейнах великих рек, они таковы, что необходимо очень срочно вмешаться и вырабатывать общие подходы. Создание условий для устойчивого развития бассейна Оки и Волги – одна из центральных тем форума. В Волжском бассейне сосредоточено 45% всех промышленных предприятий России. Здесь производится половина сельскохозяйственной продукции страны. В результате большой техногенной нагрузки эта территория долгое время деградировала, и лишь недавно эту тенденцию удалось переломить. Уровень загрязненности приводит разные цифры, но на самом деле общая статистика, она дает позитивный результат. И все же ситуация далека от идеальной. На этом форуме мы постараемся сделать упор на проблему, связанную с возможным поднятием воды на Чебоксарской ГЭС. То есть для нас это сегодня, если хотите, проблема жизни и смерти. То есть будет река жить или не будет. Экология Волжского бассейна и без поднятия уровня Чебоксарского водохранилища оставляет желать лучшего. По данным экологов, во многих местах Волги содержание железа превышает норму в 20 раз. На восстановление понадобятся годы. Это процесс долгий. Это будет занимать десятилетия, пока мы медленно будем вылезать из этого минуса. Поэтому, да, все не так плохо, как было там 5-6 лет назад, когда все слепилось. Да? Но и не так хорошо, как бы хотелось, потому что теперь надо все поправлять. На форуме много говорят о технологиях бережного и безопасного использования энергоресурсов. И, пожалуй, именно здесь можно ждать практического результата, если, конечно, нижегородские предприятия найдут возможности, чтобы их применить. Кстати, командир Международной космической станции, который принял участие в работе форума прямо с орбиты, пожелал участникам форума именно этого. Желаю вам творческих успехов и достижений международного сотрудничества по созданию технологических платформ, взаимодействия государства, бизнеса, науки и общественных организаций при создании высокоэффективных технологий. Александр Поздняков, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.